Шарлотта, я тут. Идем. Что ты там делаешь? Ну? О, какая у тебя хобби. Или это не хобби? Что это такое? А? Hey. Привет, спасибо, что Thanks пришла. Of course. Не за что. Отец Итан уже его забрал? Yeah, да, left. Они только что ушли. Настоящий отец. Я просто хотела тебя поблагодарить. Да, сегодня было круто. Это игра. Настроение. Но все испортила эта сирена долбаная. Да? Нет, тоже. Честно говоря, под конец я веселилась ничуть не меньше его. Знаешь, он тебя просто боготворит даже. Ух ты. Я тоже им восхищаюсь. Он очень творческая личность. Он так разволновался, когда увидел тебя с мечом. Мне кажется, дело было скорее в мече. Может быть. Но мне показалось, он был счастлив, что ты стала частью этой игры. Да. Так и есть. Извини. Я в порядке. Шарлотта. Господи, Алекс, не обращай внимания. Ладно, просто на меня столько всего свалилось. Да, мы понимаем. Ах, Гейба нет. Отец настоящий появился. Нужны деньги, работать. Еще тайфун своими деньгами засунул тебе. Ну, конечно, мы помогли, чтобы она подписала, но все равно. Я понимаю, ничего страшного. Ничего страшного, все в порядке. Не хочешь поговорить? Do you want to talk about it? You're really sweet. Ты такая милая. Нет, все нормально. Спасибо, что заглянула. До встречи на празднике. Ну, нехорошо что-то. Давай так. Шарлотта, я же вижу, с тобой что-то... Я сказала нет, черт возьми, ты что, не слышала? Это было ошибкой. Откуда взялась эта злость? Вот и взялось. О, давно не читал. СМС-очки. Иди сюда, посмотрим. Что тут у нас? Э? Нет, это мы читали. Все старое. Это все неинтересно. Ну это все старье. Ну да, да, это мы знаем. So many memories of Gabe I didn't get to make. Спасибо всем, кто присутствовал на. Да, мы были. Ну что поделаешь? Это просто уже воспоминание. Смерть такая штука. Сегодня жив, а завтра... Кто знает? Угу. Спасибо всем, кто пришел сегодня. Очень жаль, что все так закончилось. Давайте устроим еще одно прощание. А, ну я понял. Да, все такие хорошие. Ну и мы это выбрали, да, для игры.
Да, так и есть. Это что? А, это не код, конечно. Я так много всего пропустил сразу. Да, но это все очень уже, ну, как сказать, это было. Это все прошлое. I feel sick. Да. Соблюдаем правила, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Пошли вы все. Тайфун нам не нравится. Зараза такая. Haven has an indie movie theater. Impressive. Какой фильм про зомби был лучшим? День мертвецов, Земля мертвых, Дневники мертвецов. Откуда нам знать? Я не смотрел. Скидки. Опять скидки. Да, много пропустил, не читал. Собака, мне кажется, уже нашлась, да? Ну, вот это тоже прошлое. Все. I'm gonna choose to believe this isn't about me. Майк. Это тоже. Ну да. Нет, надо было раньше все прочитать, конечно. Но я это читал. А почему она как будто я не читал? Не понимаю. Но я читал, это точно. Странно. Это все странно. Да, я читал. А почему это подмечено, как будто я не читал? Непонятно. Ну, неважно. Да, это я все читал, но почему-то не опять здесь появились. Ну и ладно. С днем рождения. Орнитологические общества Haven Springs. Дата Райан такой, мы знаем. Что делать, если рука приклеилась к чучелу на суперглей? Ага. Вот. Исчезла. Это моя ошибка, что я не читал. Блин. Вот это нехорошо. Воспоминания. Ууу, как-то я много пропускаю. Этих воспоминаний. Угу, много пропускаю. Потом прочитаю. Но если скажу потом, то я буду не читать. Ой-ой-ой, дорогой Алекс, какое чудесное мероприятие. Я так рад, что смог принять участие в ролевой игре. Это напомнило мне о том времени, когда я играл в театре. Ух ты, артист Даки. Я не говорю, что как-то играл роль Фальстафа школьные постановки. Виндзорских насмешниц. Что это? Если дойду до кондиции, то, может быть, даже вспомню несколько строф. А, ему пивасик нужен, чтобы вспомнить. Да, такая у него кондиция. Если дойду до кон... Ну да. Спасибо, что позвонили мне.
Позвонили, говорю. Позволили мне участвовать. Приятно было отвлечься от недавних событий. Надеюсь, твой первый праздник весны тебе нравится. Свой я до сих пор не могу забыть. Искренне твой Реджинальд МакАлистер III. Спасибо, Даки, вы были просто великолепны. Да, неплохое было представление. Стэф. Сейчас где? Где начало? Где читать? Не уверена, что игра состоится. Итан не хочет участвовать. Черт, похоже, через пару часов его заберет отец. Твою же мать. Идеи есть? Давай я с ним поговорю. Ага, поговори. Ты герой, подруга. Спасибо тебе огромное. Ты была неподражаема. Из тебя получится настоящий бард. Спасибо, ты тоже была чудо, как хороша. Ладно. Что тут происходит? Посмотреть. Вот Шарлотта и правда выкладывает свои работы душу. Это ее душа. Ой-ой-ой. Я бы сказал, эта душа такая страшновата. Скульптура невинности? Что? Интересно, в чем эта скульптура? Непонятно даже. Как это понимать? Ну, если подумать, что она не очень хорошие эмоции мне дает. Загадочная скульптура. Интересно, что внутри? Перья? Что еще? Или чучело? Птицы? Статуя святой? Ой, вот это сильно. Beautiful. Красиво. Но почему-то мурашки по коже. Я согласен. Макабрическая скульптура. Ой-ой-ой. Ну, у нее как-то все грустновато. Картины, скульптуры, произведения искусства, все как-то мрачновато. Вот картина с карандашом. Проволочка. Ну, не знаю. Шарлотта, тебе нужна помощь. На это даже смотреть больно. Не представлю, каково было ее создавать. How much did it hurt to make? Это скульптура. Здесь есть что-нибудь такое, что мы можем... Ай-яй-яй. Ну ладно, поехали. Что там? Сложно, да? Давит. Вижу, давит. Алекс, давай, держись себя.
Она так зла, может, если осмотреться, я найду причину. Ой-ой-ой. Но это чувство, это зло, оно очень глубоко в сердце. Но просто очень. Она даже сказать не хочет, даже говорить. Это зло ей мешает. Просто очень сильно мешает. Давай. Райан, это ты виноват. Ты должен был нас защищать. Почему ты этого не сделал? Алекс, Гейб, или она, или Итан. Ну, богиня ты наша. Алекс, это ты виновата. Все тебя любят, но я смотрю на тебя и думаю только о том, что с твоим приездом вся моя жизнь пошла куда-то не туда. Это подсознание так работает у нее. Я не думаю, что она сама так думает. Алекс. Ну да, это Гейб. А это Итан, наверное. Да, это Итан. Где? Еще раз? Понял. Райан, это ты была? Ну да, да, да. Почему ты этого не сделал? Да, не защищаешь. Да, все, все, понимаю. Гейб, да. Гейб, это ты виноват. Зачем ты приучил меня нуждаться в другом человеке? И потом взял и оставил меня одну. Ох. Она страшно зла на всех, кто ее окружает. Но я чувствую что-то еще. Но это Итан, но кто? Кто же еще? Вот эту скульптуру я не понимаю вообще. Если другие три можно разобраться как-то, но вот это... Это Итан? Или это Итан? Да что со мной такое? Нельзя так думать, когда я... Пела превратиться в грёбаное чудовище. Ой-ой-ой. Итан, это ты виноват? Почему? Почему ты никогда не слушаешь? Ты слышишь на него? Злишься на него? На Итана? Ты винишь во всем его? Алекс, я плохая мать. Шарлотта. Шарлотта, ну блин. Алекс, я ненавижу собственного сына. Он очень милый, творческая личность. Он самое главное в моей жизни. И все же я его ненавижу. Зараза. Мы с ним долго жили вдвоем. Я не сразу к этому привыкла, но я справилась. А потом появился Гейб.
Я могу подавить в себе ненависть к Райану, к тебе, даже Гейбу, но Итан, если бы он тогда меня послушался, Гейб до сих пор был бы жив. Все сводится к этому. Ну да, ты права, но... Ну все-таки... Вот это сложно. Твои чувства важны. Твои поступки. Чувства и поступки. Ай-яй-яй, вот момент глубокий. А я не знаю. Это сложно. Эти чувства дают действия. Физическое действие. Давай тогда чувства важны все-таки. Если бы не чувства, твои поступки были бы другие. Твои чувства гораздо проще понять, чем ты думаешь. И твоя боль тоже очень важна. Да какая разница, черт побери, он мертв. И мне тоже хочется умереть. Вот и не удастся. Мы не даем такой возможности тебе. Я тебе... Этот гнев может ее убить. Мои слова здесь не помогут. Может попробовать просто забрать ее злость? О, блин. Ты такое умеешь? Забрать злость? Это плохо кончится, Алекс. Я справлюсь. Я могу забрать ее злость. Что мне это поможет? Что станет со мной? Даже если я смогу, должна ли я это делать? Нет, вы даете. Если Алекс заберет ее чувства, она... Не трогать ее. Забрать злость Шарлотты. Но кто ей может помочь? У нее есть друг? Нету. У Шарлотты нету такого друга вообще. Алекс может вот там... С кем она? Стеф вот... Без проблем. Не трогать ее. Забрать злость Шарлотты. Ну так... Ну я нельзя так ставить вообще. Если... Итана забрали. Она осталась одна. Ну давай, ну что я могу сказать? Пробуем. Спасем ее. Алекс? Все нормально? Ты как, в порядке? Да, кажется, да. Черт, я на тебя накричала, да? Алекс, прости, я сама не знаю, что на меня...
Нашло. А мы знаем. Ну это эти двое варианта, они без разницы. Все нормально. У тебя точно все хорошо. То же самое. It's really okay. Да ладно тебе, я I'm уже большая девочка. Переживу, it. Все хорошо. Huh. Я разбила свою sculpture. Скульптуру. Безумие какое-то. Но сейчас я... Here, что feel... я сейчас чувствую? How do I feel? Может, пойдешь домой? Ты, наверное, устала. У меня все нормально, серьезно. Увидимся вечером. Ну, попробуем. Надеюсь, это не повлияет на что-то очень, очень плохое. Ну ладно, ладно, послушай меня. Тайфун, что возглавляет, это объясняет, почему у них треугольный? Тогда мне наконец-то открытие. Привет. Алекс, ну что, как там Шарлотта? Это личное. Ну мы друзья, ты о чем вообще? Разговор был напряжен, но думаю, с ней все будет в порядке. Честно говоря, даже не знаю, как об этом рассказать. Ничего страшного, можешь не рассказывать. Ну что, надеюсь, на флешке нашли что-нибудь? Пока нет, но... Алекс... Мы нашли запись звонка Гейба. Дерьмо. Наверное, мне нужно ее прослушать. Но... Помню, мы на твоей стороне, хорошо? Окей. Окей. Ноутбук. Включить запись. Райан, он такой, как сказать, слабак он. Я должен знать. А значит, я должна прослушать эту запись. Так вот. Гейб, он слабый. Он психологически очень слаб. Райан. Он слаб. Он не очень надежный, как человек. Он... Ему точно вот работать в лесу там, где людей нет. Он не-не. Да сейчас. А Стеф, она сильная. Она так... На нее можно положиться. Это совсем другой человек. Сильный такой. Ну давай. Тайфун? Мак? Это я. Иди нахер, Чен. Понял, просто выслушай меня. Ты должен отменить детонацию, Итан, радуйся взрыва. Черт, он уже может погибнуть. Ты чем думал? Он сбежал. Мы сейчас здесь. Пытаемся его найти. Мак, пожалуйста. Ладно, я постараюсь. Мы оставим операцию. Блин, ты не представляешь, какой это геморрой. Спасибо, Мак. Просто сделаю свою работу. Ну, Мак так и сказал. Значит, они просто его проигнорировали.
Охренеть. Знаешь, если уж маг оказался хорошим парнем... Алекс, все хорошо? Ну, маг так и сказал, но... Мы до них доберемся, обещаю. Ой. Какого хрена? Да похер тебе, на все похер, он мертв. Ах, Шарлотта отвлияет эмоции, наверное. Жопу, я не собираюсь это выслушивать. Этого я не ожидал. Мне тоже лучше уйти. Мы будем внизу, ладно? Да вы оба козлы. Просто ушли. Ну блин. Да черт вас. Сейчас главное... This USB stick has what I need. Time to dig through it. Фляжка, значит, изучить нужно. Блин, Стефаня, я думал, она как-то поможет. Алекс же очень плохо было из этой записи. Но нет, она просто ушла. Черт, Стеф, не ожидал. А Райан, ты вообще, он мямля какой-то. Ну идите вы все. Пиво. Глухое дело. Теплое пиво. Почему? Теплое хорошо пойдет, сразу в голову идет. Карта. Райан принес эту карту с работы. Надеюсь, она поможет. Ну что она может помочь? Прочитать. Шахта Тайфуна. Старый корпус. Обывал шахты в 2008 году. Проспект Лейк, бла-бла, река. Ну и что с того? Возможно, оползни, возможно, лавины и так далее. А, может, взрыв не должен быть из всего этого? Если они взрывают, они могут обрыв сделать, оползень, лавину, и все это упадет в реку. И тогда может вода плохо пойти по реке, да? Если там много камней упадут. Ну, это просто догадки всякие. Что еще? Жареный рис. Да пофиг. Разбитая бутылка. Нет, постой. Я думал, что это бутылка с надписью «Чемпион футбола». Но нет, оно там. Вот. Странно. Если такое произошло со мной, что же происходит с Шарлоттой? О, Шарлотта, это там... Ух! У нее злость на всех. Просто на всех. Даже стол с Тайфуна. Украли? Ну посмотрим, Флешка. Спасибо за откровение. Думаю, на этот раз Гейб не стал бы возражать. Использовать. Гейб позвонил по спутниковому телефону. Ага. Нужно найти следующий звонок и проверить его.
Выясни, что произошло после звонка Гейба. 20:41. Это вот... Постой-ка. Type in safety. Mac? It's me. Fuck off, Jen. Yeah, yeah, okay. Just listen. I need you to call off the explosion. Да, мы это слышали, это тот сам... Ну, та самая запись. He could get killed. What the hell's wrong with you? He snuck off. We're up here right now, trying to find him. Mac, please. All right, I'm on it. We'll halt the blasts. Fuck. You can't imagine the headaches this will create for me. Thanks, Mac. Whatever. Just doing my job. Typhon Mining. Hello. Добрый день, я звоню из Министерства земельных дел. Секундочку, спасибо. Диана слушает. Добрый день, Диана. Я звоню, чтобы подтвердить проверку, да? Бла-бла-бла-бла-бла. Я не знаю, мне все это... Смотреть, слушать. Лина. Лина! Лина. Лина. Hello, Diane. Is it safe to assume you've gotten your emotions under control? My emotions? Someone was killed last night because of a decision you made. I would be very careful with what you say next. Who do you think is more at risk here? Me or you? Excuse me? Now, of course, we're all committed to helping you make it through this difficult period. We don't want to see anyone be scapegoated over an unavoidable accident, right? Right. Great. Then you and I are aligned. Who else knew there were people in the mountains? Just my safety manager, Mac. He got their distress call just before I contacted you. Do you trust him? I think I can convince him to be trustworthy. Good. Good. Only one point of contact, and you've got him handled. I think we're going to make it through this just fine. Speak to you soon. Okay. I refuse to feel bad for Diane in all this, but damn. На Диану давили. Если она не слушает их приказы, вся вина тогда на ней. Вот так вот. Здорово. Детективное агентство. H&B Investigations. Bennett speaking. Hi, Bennett. This is Diane Jacobs. Lena told me... Yep. Been expecting your call. Okay. I'm not sure what the next step is. Just need all the pertinent information on the employee in question. Name, number, address, significant others. We'll handle the rest. I see. Just come by the office. My secretary will take everything down. No records that you were even there. Got it. Okay. I will come by tomorrow. Looking forward to it. It's so gross that Typhon has people watched. Ух ты! Тайфун нанял детективное агентство, чтобы застрял. Чтобы никто не узнал, что было, у кого было, кто это сделал, почему это делал. Вот так вот. А Диане сложно. Это ужас просто. Typhon Mining, this is Diane. Hello, Diane. My name is Rory Praha. I'm a journalist with the Rocky Mountain Gazette. We'll be printing a story on last night's accident in the paper tomorrow. Would you like to provide a comment? Yes, I would. Last night's accident was tragic. And made all the more unfortunate by the fact that it could have been avoided with a simple phone call. A simple phone call? Can you speak more about that? Of course. Typhon always has a safety manager on duty. One quick call from Mr. Chen to our 24-hour emergency line would have alerted us that there were people in the danger zone, and we could have reacted accordingly and stopped the blasts. Are other Haven citizens in danger of meeting the same fate as Gabe Chen? Absolutely not. As long as you heed the warning signs, you will be safe. And if you ever do find yourself in an emergency, that's what our emergency line is for. There's no danger whatsoever. All right. We'll be sure to include your comments.
Thanks for giving me your time, Diane. Have a nice day. I almost threw up listening to that. Диана, блин. Ну и тварь ты. Ну что ей делать? Всю вину тогда на ней ляжет, да? Если она не будет все скрывать. Даже на газету. Ложь. Шериф, не повезло тебе, ты ничего не узнал. Typhon Mining, this is Diane. Diane, it's Jason. Hello, deputy. You have good news for me? I suppose I do. You are officially cleared to continue regular operation. The county no longer considers your pit an active crime scene. Well, that's a huge relief. Now, to be clear, the investigation is still open and active. Typhon hasn't been cleared of anything yet. Sure, I understand. But can we start mining again? Yes, you can start mining again. Is there anything else? Nope. No, that's it. Well, thanks for the call. Yeah, no problem. Take care, Diane. You too. Seems a lot easier to get away with murder than you'd hope. Не понимаю, все-таки. Они опять смогут работать. Расследование идет, но они все равно могут работать. Что за хрень? Кадровое агентство. Это еще кто такие? Typhon Mining. Diane? Oh, hey, Joe. How are you? I'm good. Doing real good. So I have a pretty good list of candidates to go over with you. Looks like I've got 40 names. Great work. When can we go over it? Hey, Diane. Can I be candid for a moment? Please. It's just... Well, we've all been following the news, and I don't know, after that accident. Joe? I just want to be sure there really are positions waiting for these people. There's nothing to worry about. If you have qualified candidates to show me, I have jobs to offer them. Glad to hear it. You free Tuesday afternoon? Around 3? Sure. Great. Looking forward to it. Me too. See you later, Joe. I hope Typhon has a nice severance package. Ладно, вот это звонок. Lena, it's Diane. We have a problem. You're kidding. There's a kid lost in the mountains near the pit. We need to postpone. Lena? Haven is your site, Diane, and therefore this is your decision. I know I don't need to remind you of the stakes. Someone could be hurt. Or killed. We've been over this. Anyone up there has disregarded posted notices and accepted full liability. We're talking about a child. I'm just asking for one day. If you postpone tonight's scheduled blast, you put Rhea in jeopardy. That puts the whole company in jeopardy. Is that what you want? No. Then do the math and make the right call. Email me when it's done. I will. So Typhon thought Rhea, whatever that is, was worth risking our lives. Let's hope Diane's email sheds more light. Что такое Рея? Лина, зараза. Это там руководство, да? Руководить что-то? Почта. Опять читать. Как? Рея. Seems like a lot is hanging on these inspections. Да, от этих проверок все зависит. Поздравляю с успехами продвижения компании в Haven Springs. Пошли вы все. This is the email Diane mentioned. So what is Rhea? Что такое Рея? Ну-ну. Твою мать, Лина. Я же предупреждала. Рея вранула скрытно. Что? Что это за Рея? Надеюсь, у тебя есть план, потому что если мне конец, то я перехвачу тебя с собой. Я понимаю, что ты расстроен из-за сегодняшней трагической неизбежной случайности, поэтому я сделаю вид, что не заметил этот твой критический порыв. Damn. Is this what Diane sold her soul for?
после нашего разговора взяла на себя вольность и ускорила обработку твоей заявки на участие в нашей программе подготовки руководителей. Too bad money can't fix all of Typhon's problems. Узнаю, что у тебя проблемы с тягачом. Сочувствую. Да что это? Что за письма вообще? Я поговорю с ребятами насчет ремонта тормозов, но учитывая предстоящее расширение, решил, что лучше будет купить тебе новый тягач. Окей. Who would have thought getting away with murder would be so bureaucratic? Добрый день, Диана, опять. Сообщаю, что мы назначили дату проверки двух ваших выработок. Пожалуйста, тщательно изучите информацию ниже. Учим. The timing of all this is too convenient to be a coincidence. Какое удачное совпадение. And I thought above ground mining was terrifying. Бла-бла-бла-бла. Too bad money can't fix all. He's talking about it like it's a sure thing. Надо было нажать Damn. На этих. What a polite way of saying I control you and don't forget it. Situation. You mean that guy you killed? This is the email, Diane. Rhea went off undetected. A second blast вот went один off взрыва night. было два. Как там говорили на без запланированного взрыва о Рее? Это был отвлекающий маневр. Они устроили взрыв, который убил Гейба, чтобы замаскировать еще один в другом месте. Именно поэтому они ничего не сделали. Если я выясню, где именно произошел второй взрыв, то, возможно, пойму, почему он был так важен. Где произошел этот второй взрыв? Ну, боже мой. Старый. Diane has dossiers on the entire Haven Council. That's not creepy at all. Да, все досье у Дианы. Она знает. Да черт, как здесь все много. Typhon knows Typhon about знает dementia. О деменции Эленор. Shit. Зачем? I knew that я чувствовала, что с этим отказом что-то не так. What? Пайк влюблён? Чего? Ладно, у меня есть дело поважнее. Нет, это... Не хочу! Это Рея, чёрт, карта слишком маленькая, чтобы понять, где это место. Мне... А? Она сказала, мне нужен... Мак? Да? Это место разрушенной шахты 8-го года. Зачем устраивать взрыв в действующей шахте, чтобы скрыть взрыв второй? Старая шахта Тайфуна только что погиб человек? А? Они ничего не добивают, они там что-то прячут. They were burying something. Вот истина, наконец-то. Черт. Все, закончили.